Всем привет! Сегодня мы расскажем о 5 гаджетах, которые вам стоит купить. NOPS. Что если бы вы могли регулировать громкость окружающей среды? Вас больше не потревожат громкие соседи, плачущие дети и громкая музыка на вечеринках. Устройство регулирует громкость звука окружающей среды. NOPS удобен в использовании и работает очень просто. Каждая пара NOPS имеет 4 положения. В первом положении вы будете слышать то, что бы вы слышали без NOPS. Но самое интересное происходит тогда, когда вы переключаетесь на 3 другие настройки. Положение 2 – уменьшить громкость для фильтрации городского шума. Положение 3 настроит громкость для лучшего восприятия живой музыки. Настройка 4 создаст тихую среду, идеально подходящую для работы или отдыха. 4 разных режима для практически любой акустической ситуации. Приобрести NOPS можно за $69. Qubit. Если вы занимаетесь дизайном интерьера, строительством или просто делаете ремонт, вам несомненно поможет Qubit. Устройство определяет размер в пространстве с помощью 2 лазеров и размеры предметов с помощью ролика. Все данные передаются в приложение на смартфоне. Таким образом, вы можете виртуально спроектировать объекты и задать им нужные размеры. Вы легко измерите любой объект или пространство, создадите виртуальную модель и даже сделаете фото будущего проекта, при этом не выполняя вообще никаких расчетов. Каждый лазер может измерять расстояние до 30 метров с точностью в 3 мм. Купить Qubit можно за $95. AmaBrush. Устройство представляет собой полностью автоматическую зубную щетку, которая почистит ваши зубы всего за 10 секунд. AmaBrush разработан для того, чтобы чистка ваших зубов была более эффективна. Ей очень удобно пользоваться, и кроме того, такая щетка сэкономит вам много времени. Антибактериальное силиконовое покрытие убивает 99% бактерий. Магнитное крепление позволяет использовать один механизм, приводящий в движение щетину, для всей семьи. Одной капсулы для зубной пасты хватит на целый месяц. Стоит AmaBrush $119. Ori. Интеллектуальное кольцо, которое может отправлять и принимать голосовые сообщения. Ori позволяет отвечать на телефонные звонки, не доставая смартфон из кармана. Все, что необходимо сделать, просто коснуться вашего уха. Ori использует технологию костной проводимости для передачи звука, поэтому он будет слышен только вам, а вы сможете легко услышать голос вашего собеседника. Кольцо выполнено в 4 цветах и подойдет к любому гардеробу. Ori имеет водонепроницаемый корпус, и с ним можно мыть руки или принимать душ. Стоит Ori $129. Skinners. Представляем вам удобную и применимую в любых условиях обувь. Но правда, выглядит она как обычные носки. Skinners можно использовать во всех случаях жизни. Ну, почти во всех. В них можно заниматься в тренажерном зале, бегать и гулять по пересеченной местности, и даже ходить в них в офисе. Skinners имеют прочную водонепроницаемую подошву, которая также защищает и от грубых неровностей. Поверхность изготовлена из антибактериальной пряжи с серебряными нитями. Приобрести Skinners можно за $95.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Фанзона.